Привет! Макияж вот с этими блестками просто безумно взволновал моих подписчиц, поэтому я, как отзывчивый блогер, просто обязана сделать с этими блесточками урок. Кстати, подпишись на меня, ведь я очень полезная. Палетка Huda Beauty Nude, но избегайте подделок, оригинал не может стоить в России на данный момент меньше 7000 рублей. Ну или, по крайней мере, цена будет в этом районе. Комментарий: у меня такие же за 300 рублей. Не такие же. Не такие. Начинаем с проработки межресничной линии. Во всех ярких и вечерних макияжах межресничная линия – это один из самых главных элементов. Проплешинки беленькой кожи между накрашенными ресницами создают ощущение плешивости, неаккуратности макияжа. Тонким влажным фетровым кончиком прорабатываю между ресничек. Не на слизистой, не сверху ресниц, а между ресниц. Это очень важно. Сначала мы кладем лайнер плашмя и проводим по корешкам ресниц, надавливая лайнером вверх. А потом уже кончиком лайнера между ресничек колебательными движениями заполняем пробелы. Дальше я беру тинт от Beauty Drax. Можно взять липкую базу под макияж. Наношу только на подвижное веко. Относительно небольшое количество. Беру синтетическую, пушистую, приплюснутую кисть и распределяю тинт по веку. Немножечко остатками тинта прохожусь по внутреннему уголку глаза, чтобы тинт заодно перекрыл мне синячок в уголке глаза, и мне не нужно было туда накладывать лишний слой консилера. Консилер более кремовый продукт, он не так фиксируется, как тинт, поэтому больше вероятность, что он будет как-то плохо лежать. А тинт ложится тонко и фиксируется. И в этот тонкий слой великолепно перекрывает синячки. Нанесла тинт, и на границе с голой кожей он кажется как-то грязно и пятнисто. Сейчас мы это поправим. Беру консилер от Eveline. Можно взять практически любой ваш любимый консилер. Это не принципиально, но это достаточно неплохо. Кисть, которой я распределяла тинт, уже практически чистая. Поэтому я могу ей уже работать с консилером. Распределяю консилер по кисточке и аккуратненько подвожу линию под бровью, а потом спускаюсь вниз и перемешиваю границу консилера и тинта. Сразу же делаю себе маленькую подсказку, черновичок в макияже. У меня есть линия подъема нижнего века, и я эту линию прорисовываю консилером, и тогда тинт ложится в форму моего макияжа так, как мне нужно. Беру черный карандаш для глаз и обязательно перед применением его немножко затачиваю. Кстати, если ищете классную точилку для карандашей, то Vivienne Sabot просто великолепная. Вам кажется, зачем затачивать карандаш, если он и так острый? Поверхность карандаша заветривается, и есть большая вероятность, что он будет хуже рисовать и больше цеплять вам кожу, и больше оставит грязи, и в итоге вы с макияжем проводитесь гораздо большее количество времени и потратите гораздо большее количество косметики на исправление ваших недостатков, чем сточите лишнее обветрившиеся с вашего карандаша. Продляю линию нижнего века. Если у вас глаза такие же разные, как у меня, то сначала делаем по линии нижнего века, желательно на самом красивом глазу, а вторую линию мы делаем просто симметрично. Потом карандашиком делаю маленькие штрихи. Штрих практически по ресничной линии, штрих по веку. Пока не нарисую этими штрихами что-то наподобие стрелки. И то же самое на втором глазике. Берем плоскую синтетическую кисть и этот карандашик подтягиваем от границы в сторону века. Просто кладем кисточку плашмя и чуть-чуть подтягиваем мелкими движениями. Теперь беру маленькую плоскую кисточку, капельку консилера. Распределяю консилер равномерно по кисти и подравниваю низ своей стрелочки. Великолепно! Кремовая основа для нашего макияжа готова. Беру среднего размера кисточку, можно из натурального ворса, а можно из хорошей синтетики. Беру самый светлый оттеночек теней. Немножко постукиваю кисточкой по руке, чтобы вработать в кисточку остатки теней.
и аккуратно прикладывающими движениями прорабатываю неподвижное веко, не доходя до тинта. Таким образом, я снимаю липкость со своего консилера и тинта, и в этом месте тушевка будет гораздо мягче. Теперь я могу прямо этой кисточкой взять коричневые тени, проверить, какой след оставляет кисточка на руке, и пройтись чуть-чуть выше границы подвижного и неподвижного века. Ты великолепна! Теперь беру плоскую синтетическую кисточку, набираю блестки и прикладывающим движением приклеиваю их к липкой части моего тинта. Но прежде чем мы это сделаем, нам нужно немножечко защитить веко. Берем рассыпчатую пудру и обильно припудриваем под глазами. Блестки — тот продукт, который очень любит осыпаться. А потом мы все эти осыпашки смахнем вместе с пудрой. Очень важно приклеивать блестки очень плотно. Когда блестки лежат с проплешинами, они выглядят как блестки с проплешинами. Это выглядит не очень аккуратно. Они сияют просто потрясающе. Кстати, обрати внимание, что этот глиттер очень-очень мягкий. Даже при растирании между пальцами его практически не ощущаешь. Если ты возьмешь обычный дешевый глиттер и начнешь его растирать между пальцами, ты будешь чувствовать жесткие частички, которые могут повредить твои глаза.